Баха. Новая звезда Ютуба. Баха, все. Скажи всем пока. Посмотрели? И хватит. Сегодня мне нужно было кое-куда зайти по кое-какому вопросу, и там я встретил Баху. Сначала подумал, о, так это ж бегемот из «Мастера и Маргариты», потом думаю, нет, какой же это бегемот? Он мне напоминает совсем другое милое создание, и я решаю заснять на видео, а потом смотрю это видео и понимаю, я же в белой кофте вот в этой, и понимаю, что я где-то в середине сентября выбросил половину вещей, а вот эту кофту решил оставить. Потому что эту кофту я носил, когда был еще 117 килограмм. Как видно, она сейчас мне оверсайз. Можно даже сказать дабл оверсайз и даже трипл оверсайз. Короче, супер оверсайз эта кофта мне. И я, по идее, должен был ее выбросить в конце сентября, но я посмотрел на нее, нет, думаю, прикольная кофта, буду ее поддевать под куртку, когда на улице будет холодно. И вот месяц я ее поддеваю, когда на улице холодно, при том, что не так часто это было в сентябре-октябре, в основном было тепло. А вот сегодня было холодно, я сегодня поддеваю эту кофту, оверсайз. Как там? Сначала Ocean Eyes на SoundCloud пыла лишь, теперь она в топ-100 людей года Билли Айлиш. Уникальный стиль, одежда, оверсайз, синие волосы, черные слезы из глаз. Ну так не бывает, да? Ну как? Вот. И возвращаясь домой, наконец-то мне в это время присылают готовую на уровне инстинкта. И я просто сам кайфую от этой песни, насколько она прям... Вот она должна была быть именно такой. Эта песня, она должна была именно в точности быть вот такой. И, кстати, там в первом куплете есть фраза «Наши пальцы сплелись в темном зале воедино». И я понимаю, что темный зал — это не кинотеатр, это как метафора. Пальцы — это ладно. Сплетаются наши души воедино, и за этим представлением наблюдает вся Вселенная. Все другие галактики из других планет, все видят нас. Сейчас. То есть в темном зале воедино, темный зал, Вселенная, темный зал, потому что большая часть Вселенной темная, звезды занимают маленькую часть пространства, большая часть пространства между звездами, которая темная. И, соответственно, вот в этом темном зале Вселенные, наши пальцы, наши души сплелись воедино. Вот. Все нормально? Что-то случилось? Нет, не так. Все нормально? Скажи, что случилось. Папа, я влюбилась. Просто ты пахнешь облаками, и просто я тебя люблю.